Привет! Ты на канале Кай Стример, и мы продолжаем играть Animal Well. Раздобыл тут свечку, зажег ее в темной пещере. И псы кого разбудил? Этот гаденыш меня убил уже хрен узнает сколько раз. Я решил просто не показывать этот кошмар. Вот, но я придумал, как его убить. Ну, не то не убить, а как его пройти. Вот, но это требует определенной сноровки. А с этим у меня не очень. Смотри, раз, раз, раз. Видишь, я убежал почти. Теперь надо брать вот эту штуку. Пузырь делать. Запрыгивать на пузырь. И, видишь, самый левый этот сталактит, сталагнит. Короче, сбивать. Ну, забрасывать диск. Но это надо ловко как-то сделать. Видишь? Почти получилось. А, можно... Так, а теперь у меня диска нет. Теперь у меня нет диска. Погоди-ка. Ага, не попадает. О, вот так. Ну давай. Дебил кусок. Есть. Не трогай меня, утырок. Ну как так-то? Ну как так-то? Нет, нет, пожалуйста, не трогай меня, сука. Все, прошел. Неудачник. А мы сейчас ему это... по башке дадим. Блять, сыкотно. Да иди ты, дебила кусок. А он там справа может еще какой-то проход, нет? Супер секретный. Я думаю, вдруг что-то будет. Зачем такое количество-то их сделали? А, такой блок какой-то появился. А, это мне кажется, что блок. Ну все. Так, хорошо. Яйцо как услуга. Как услуга. Круглое углубление. Не понял.
Нет, это все. Не густо. Неудачник. Жалкий. Прощай, лузер. Да иди ты, тупая собака. Ну, подходи. Слышь, она охраняет ручку. Давай засейвимся. Здесь вроде понятно, а в то же время непонятно. Видишь, пружинка раз, два, раз, два. Здесь как головоломку решить, непонятно. Я узнал, что пружинка вот проваливается. Видишь, можно закинуть. То есть вот так вот сделать. Ну почти. Ну вот, вот здесь я разгадал головоломку, но она совсем простая. Видишь, включается и диск туда запихиваешь. Рычаги жмутся и все. И открывается сундук. А вот здесь как? Непонятно. То ли что-то не хватает. Конечно, может, это мозгов? Я не могу понять, как вот здесь пройти. Видишь, никак. Ну и даже если вот отсюда, типа, то так не успеешь. То есть только у нее, если рывок какой-нибудь появится, ускорение. А здесь сундук ведь ценнейший. Там, наверное, спичка. Так, а ты не хочешь шутиху взять? Здесь я тоже не справился. Прикинь, ну вроде тоже просто. Смотри. Всего надо пропрыгать. Не могу даже прыгнуть. Вот как так? Вот это... Ну я не идеально прыгаю, как раз чуть-чуть не хватает. Думаю, что именно это, из-за этого. Короче, возвращаемся. И здесь, видимо, все. Отличный прыжок. Ну, вот здесь я, кстати, птица
вот сюда кинул пружинку, и пружинка зажала нужную клавишу. Вот сюда. Ну вот сюда. Да, вот так, видишь. Вот здесь какой-то путь. Я здесь спичку нашел. Мы спускаемся в нижнее днище нижнего ада. Как не, это не нижнее днище нижнего ада. Поднимаемся опять тогда. Неужели тут можно это пропрыгать? Давайте спустимся осторожно. Нет, что-то. Ага. Ну и ладно. Так, я забыл, а здесь наверху что? Угу. Вот смотри, как тут решается. Элементарно. Красоте. Так, 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 так. Подожди-ка, пузыри. Пузыри. Злая птичка. А это куда? Надо было посмотреть. Вдруг там сундук был бы. А вот, кстати, еще вот здесь, если упасть. Не, я думаю, тут ничего нет. Все, наверх. Thank you.
Так, это может пружинку сюда? Зачем это сделано? Высоко прыгать нельзя, только проходить через двери. Понял. Так. Ну как так-то? Не хочешь попрыгать? Понятно. А, медведь? Может, ему диск? Сыграть на флейте? Подожди, иди ты со своим. Понятно, что ничего не понятно. То есть это такая телепортация в отдельные блоки. Все ясно. А смысл? Там заперто. Ну, это элементарно. Ах, штук, почему у меня хпшка тратится? Обезьяна что-то кидает. А что охеревшая, сука? Я думал, это друг. А сундук справа я вижу. Все, я понял. Хаотичное яйцо. О, на изи. А здесь? Здесь вообще элементарно, просто на диске катайся и катайся. А, нет вообще-то.
Надо нотой по голове дать. Непонятно. Покаркай мне еще. Суки. Нет, нет, нет. Враждебные какие. Тебя предупредили, красную кнопку не жать. Это что, совсем тупой, что ли? Нет, 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 нет. Хрена вам лысого. Ты чё ж я так туплю-то? Даже сам не знаю. Ну я понял, вот здесь не надо, а вот здесь. Ну та же херня, чё-то не вкуриваю я. Вот оно что. Как так-то? Как так? А, ну это хорошо. Я должен значительно больше плюс перегрывать. Прощупываем. Ну, это как? Ага, все понял. Не, ну это подожди. Thank you.
Что-то не вкурил. Слишком быстро. Так, понятно. Угу. Ну-ка, а здесь-то как? Неужели успеваем? Что-то делаю не так. Ну видишь, вообще плохо. То не так. Прям в пределе в каком-то. Вообще не верится. Ничего себе. Думаешь, здесь были? Ну хрена я все это делал? А, двери не только здесь открылась. Все, я понял. Ну это надо успеть опять. Хотя это не так, я думаю, сложно. Не, вот это я успею. Наверное. Ну, посмотри, по красоте разобрался. Не прыгать. Понял. Так, а куда же идти-то тогда?
Непонятно. Мы здесь еще не посмотрели, по-моему, все. Ну, спичку я нашел, а что мне это дает? Отлично, хорошо. А где эти капибары? Казалось, они где-то прям очень близко. Сейчас вообще ни хера увидеть не могу. Здесь ничего не понятно. Ну и что вот это значит-то? Может, нас научат спрыгивать в какой-то момент. А вот здесь направо, если. Угу, там какая-то лестница есть. Ну ладно, пойдем направо здесь. У меня, кстати, спичка не использованная. Так, а здесь у нас? Ну, в принципе, понятно, что от нас хотят. В принципе. Так, а здесь что? А, ну это понятно. Попрыгали и это открыли. Все так, это все ясно. Так, здесь тоже, в принципе, понятно. Ну, почти. Мы тут где-нибудь сохранялись. Ну как так, ну?
Подожди, надо сохранялку глянуть. Где-нибудь тут есть телефон. Сейчас мы телефон глянем, пройдем. Телефона нигде не видно. Ну, телефон только здесь. Но все равно, мне кажется, это ближе. Ну, надо на пузырьке спускаться. То есть сначала ты доходишь и на пузырек, и все. Звучит легко. Сука. Получилось же. Здорово. Отпереть дверь, конечно. Странствующее яйцо. Ну, наверное, тут нереально. Чтобы оно прям так ровно шло. А как так-то? Может, тебе диском дать, а? Тут какие-то диски. Не очень хорошо. Ну, вот здесь свет тоже появился. Нет? Ну, вдруг. Подожди-ка. Фрукт. Отлично. А еще что-нибудь у тебя есть? Это все? Ага, все понял. Mm-hmm.
Вы друзья? Что-то не очень похоже. Ну что за черти, а? Ты что-нибудь понимаешь? Гаденыши какие, я не могу догадаться, что надо делать. Ну, падла, не могу. Не могу сообразить, что же. Ты видел? Ах, вот оно что. Ну, ёжику понятно. Ну, типа там какая-то тень на плетень. А, рычаг дернул, ну конечно. Все, я понял. Долго, я думал. Не-не-не.
Смотри. Да ладно. А, ну здесь водоросли за специальность. Да ладно. Не могу собрать. Как мне их обойти-то? А, вот так вот, это гениально. Так, а что это дает? А, вот здесь открылось. А диском не хочешь? Сука. Хорош. Попробуй на диске. Не понял. Ты это сейчас серьезно? Многовато тут надо пройти за раз.
Ну, одну хпшку, ладно. А, подожди, вот здесь может быть фрукт. Точно, полная хпшка. Так, можно здесь упасть. А что еще остается-то? Нет тут никаких опасностей. Так, ну хорошо, здесь есть путь. А тут? О, нет. Что-то я туда не хочу. Ага, вот мы прячемся вот здесь. Да иди отсюда. Стрёмная какая тема. Ну блин, ну хватит меня кусать, ну. Опять все заново. Нет. Ну меня засчитали, я дверь открыл там наверняка. Отличная реакция. Ну, можно здесь сохраниться. Да и уже переигрывать. Я вот думаю, а вот чуть-чуть ниже нет прохода секретного. Не, пока к этой цапле не хочу идти. Погнали сюда, посмотрим. Здесь безопасно. Thank you.
Ключик. Мечтательное яйцо. Ну тогда получается все. Тут 4 надо нажать. Хрен тебе лысый. Нет, 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 нет. Да прыгай уже. До свидуся. Огненное яйцо. Тут тоже водоросли. Видимо, нас научат превращать в каких-то червячков. Йо-йо, ну-ка, ну-ка. Ну, конечно. Конечно. Ну, с йо-йо-то понятно. Подожди-ка. Посложнее будет. Надо проверить, есть тут что, нет.
Ну-ка, ну-ка. Ну, чуть-чуть кого-то не хватает, тебе не кажется? Вот это мощно. Ну-ка. Ну, почему лягушка-то не открывает свою пасть? М? Ну мы сейчас кто-нибудь свалимся нахрен. Охренеть. Опасная какая-то. А у меня было это синее сердечко. Я смотрю, полная хпшка. Думаю, как так-то? Ну спичек-то у меня нет. Тут ни хера не увидишь. Ай, к сожалению. Ну, бля, кенгуру делать. Так карту прочистим. Но мы ничего не собрали. Надо собрать огоньки, как я. А он, видишь, там, наверное, яйцо нельзя. Огоньки не взяли, яйцо не взяли. Что взяли, непонятно. Диск есть. Ну-ка, ну-ка. Я вышел просто раздавить. Thank you.
правильно делаю. Ну, блин, тут не хватает. Чё-то не то. Сыкотно. Понятно. Ну, только исполнение херово. Пустынное яйцо. Ну, не очень понятно. Здесь не очень понятно. Ну, очень быстро. Чё-то прям не верю в свои силы. Ну, тут вообще охренеешь. Хочется сказать. Надо прям падать. Ну, блядь. О! Погоди-ка. А, теперь в другую сторону. Ну, конечно. Там видно прям секрет какой-то. Только непонятно какой. Так, ну куда меня перенесет? Тут коты в клетках. Надо освободить. Хоть они говнюки.
Так, а... А дальше-то тут некуда, да? Сложно. Нет. Понятно. Так, ну кнопку засчитали? Мне подсказывает нет. Все надо за раз делать. Нет, засчитали. Это хорошо. Как так? Плохо. Ну куда ты? И хпшку теряешь и заново. Ну ладно, давайте еще попыточку. Не надо делать перерыв. Вроде должно хватать по... Почему? Куда ты? Вернее. Ну видишь, всего хватило.
нет. Ну, я надеюсь, засчитали. Тогда еще попыточку. Да, засчитали. Ну, надо вот эту как-то... Абсолютно не вынужден. Как-то вот он то в одну сторону, то в другую. Сейчас здесь покрутить так нельзя. Просто надо, чтобы они наверх стали. Так-то вообще без шансов. Но вот если поменять, и они начнут вверх, тогда все понятно, как проходит. Вообще без проблем. Ну вот механизм вот этот вот, нет? Не запускается в другую сторону. Как здесь запускается? Вот, вот что это было? А, вот здесь большая такая шестерка. Так, это вот в эту сторону. Ну-ка, погоди-ка. Ну как я сюда? А, через котов. Так, это вот в эту сторону. Ну вот, а если мы в другую сторону начали крутить колесико? А, эти стали в другую сторону. Хитро как. Не понял. Нахрена мне это надо было? Что ты будешь делать? Нет рычага, ничего нет. Thank you.
Видишь, 5 каких-то нот. Ну, код право, право, лево, может. А там любые. Как не могу сообразить, ну что ж тут может быть-то тут? Должно же быть просто. Но ни хера не видно. Ну что же может поменять-то движение? Я понял. Давай-ка попробуем. Все-таки меняем направление. И все-таки к рыбе туда сходим. Но ведь это неспроста. Путь этот. Вернуться. Эти-то в другую сторону встали. Конечно. Ну, ясен красен. А я не заметил. Ну, вообще ни о чем. Взорвать? Давайте взорвем. Вот нормальная тема. Хера не понял. Чё за хрень? А, сейчас, я, мне кажется, я понял. Я понял. Теперь мы идем вправо, там меняем направление вверх-вниз. Конечно. Ну, конечно. Вот здесь же меняется-то. Вот же самое главное. А как его поменять? Понятно, что ничего не понятно. Я уже забыл, где тут, что мы дергали.
рычаг. Какую кнопочку? А, вот эту штуку, ну конечно. Ну элементарно было, Ватсон. Погоди, погоди, погоди ты. Как мне налево теперь попасть? Вот вопрос. А какие-то кувшинки появились? Ах, вот оно, что тут кувшинки. Ну, блин, это, конечно... Все, я понял. Ну, я бы... был в недоумении, как пробраться. Прыгать надо. Все, сейчас меняем это наверх. Наверх мы так не спустим. Ну хорошо. Запутался к херам. Хорошо, хоть тут жизни не тратится. Ну-ка. Я просто сейчас меня в самое начало кинет. Это ловушка была, прикинь, для дурачков. Не надо было сжать кнопку. Thank you.
Ну, по крайней мере, сыра. Все, телефон. Ну, как-то продвинулись. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. До встречи в следующей серии.